Добрый день, уважаемые дамы и господа. Наша делегация сегодня прибыла в Венгажово для того, чтобы отдать дань уважения тем воинам, которые воевали в Первую мировую войну, во Вторую мировую войну, и жизнь которых была посвящена тому и отдана, чтобы сегодня был мир на этой земле. У нас давние и очень хорошие связи с Венгажово. Несмотря на трудности, которые возникали и возникают, все равно наши отношения будут такими, как они были, мы их будем продолжать. Мы надеемся на то, что мы сможем осуществить проект, и может быть даже не один, по благоустройству наших территорий, считая, что все отношения между районами, между повятами, они должны продолжаться в будущем, потому что жизнь продолжается. Что-то приходит, что-то уходит, бывают иногда негативные моменты, но все-таки вся наша дружба, она дает позитив. Я думаю, что мы и дальше будем дружить вместе и делать наши хорошие дела. Спасибо. Как вам понравится наш повят? Вы посещаете наш повят, например, озеро, отдыхаете у нас в повяте? Я первый раз здесь вообще. Я первый раз. Первый раз здесь. Ну и как? Понравится? Мне очень понравилось здесь, на самом деле здесь очень красиво. И я на самом деле приехал сюда, ну, почтить память героям, которые на самом деле сражались, погибли, и они отдали жизнь за нас. И на самом деле мне приятно приехать сюда, потому что это дружба. И я смотрю на самом деле, как здесь убирается, на самом деле уважение к тем, кто на самом деле воевал. И мне, как я первый раз приехал сюда, мне очень понравилось. Даже та атмосфера доброты, это очень хорошо. Независимо от того, так, вы приехали тутай отдать honor, cześć, goście przyjechali po to, żeby oddać honor, cześć osobom, które, żołnierzom, którzy zginęli w pierwszej wojnie światowej, drugiej wojnie światowej, którzy poświęcili własne życie, ale też przyjechali dlatego, że współpracują z nami wiele lat, chcą jeszcze z nami współpracować, dostrzegają korzyści z tego wynikające. Pan mer powiedział też, że niezależnie od tego wszystkiego, co się wydarza między naszymi rządami, to właśnie te przygraniczne rejony powinny współpracować i będziemy współpracować, bo współpracujemy już od wielu lat i z Węgorzewem, i z powiatem. I w związku z tym to może przynieść tylko same dobre korzyści. A panu Osień понравилось. Tutaj ja думаю, że ja надеюсь, что вы со своей фамилией тоже будете приезжать, кататься на байдарках, на велосипедах, например, на лошадях. Мы имеем очень много разных таких услуг для людей, которые хочется у нас быть и отдыхать. Большое прекрасная спасибо. Природа. Спасибо, Мэр. Спасибо большое. У вас тоже есть много, мы тоже у вас были посещали, я думаю, что... У нас тоже очень много лучше. Красивых мест есть, где можно тоже отдыхать. И мы уже вместе отдыхали в этих местах, и еще раз будем отдыхать. Я думаю, что наша дружба, она очень длительная будет. Так. И ничего ее не поменяет и не разрушит. No, przed nami jeszcze przyszła perspektywa, trzeba o tym pamiętać. Są programy współpracy teraz granicznej, Polska-Litwa, Polska-Rosja. I w ramach tych programów mamy szansę na to, żeby razem zrealizować projekty w zakresie odnowy zasobów kulturowych, ale też miękkie projekty służące współpracy i aktywizacji. Bo pan mer tutaj bardzo ładnie dopowiedział, że wszystko, co zrobili kiedyś żołnierze, ale to, co my robimy, no ma służyć pokojowi, ma służyć temu, żebyśmy mogli ze sobą w tych obecnych czasach pracować, rozwijać nasze obszary, przede wszystkim pod kątem gospodarczym. A w tym jest również turystyka. No i w tym wszystkim najważniejsi są ludzie, którzy ze sobą bezpośrednio pracują, tak? Pijama sobie robota jeżydniewna. U nas mnoga roboty, jeśli odmówię, już to będzie to, że u nas takie tam nowe projekty. Idei projekty, da. Idei, będziemy realizować miejsce. Idei projekty, tak.